слушаемся. Так, Василичка, давайте, встаньте. Сейчас. Нас солнце лучик смешит и дразнит. Нам нынче весело с утра. Нам дети дарят звонкий праздник, и главный гость на нем играть. Но как в играх, ребята, надо знать правила, так и на дорогах нужно выполнять все правила дорожного движения. Сегодня, ребята, мы с вами поиграем в очень интересную игру, которая называется «Поле чудес». А начнем мы с того, что тихонечко присядем на стульчике. Все участвуем активно и взаимодействуем. Значит, давайте начнем с того, что потрем с вами ладошки. Смотрите, хорошенечко, 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 чтобы горячие ладошки стали. Почувствовали тепло? Щечкам приложили. Видите, какие тепленькие. А тепло, ребята. Мягкие, почему? И мягкое, тепло. Ребята, а тепло – это жизнь. И жизнь, ребята, это самое ценное, что у нас с вами есть. Ее надо беречь. А для того, чтобы мы были с вами живы, здоровы, нужно соблюдать определенные правила дорожного движения, безопасности. Вот. Итак, ребята, мы с вами начнем нашу игру с первого отборочного тура. Всего их будет 3. Итак, я сейчас задам вам 3 вопроса. Мы выберем с вами 3 участников первого тура и начнем нашу игру. Итак, внимание. Встала с краю улицы в длинном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Что это? Степан? Светофор. Правильно. Проходи, Степан, присаживайся. Внимательно слушаем. На обочине дороги, как солдатики стоят, и мы строго выполняем все, что нам они велят. Знаки. Какие знаки? Что за знаки? Я знаю первый знак. Можно да, или нельзя? Можно знаки. Так, проходите. Поприветствуем второго знака. Следующая загадка. Внимательно. Полосатая указка, словно палочка из сказки. Зебра. Нет, неправильно. Поехал. Нет, неправильно. Зебра. Нет, жезла. Жезла, умничка. Умничка. Поприветствую третьего игрока. Итак, ребята, у нас с вами получилось первое.